Компания «Электромотор» представляет газонокосилку электрическую «Патриот» модель ПТ-1842Е «Самурай». Данная модель предназначена для срезания и сбора травы на ровной площади малых и средних приусадебных участков. Складная рукоятка, съемный травосборник и компактный размер позволяют легко транспортировать и хранить газонокосилку. Большие колеса не портят газон, обеспечивая комфортное движение и хорошую проходимость. Удобное изменение высоты реза осуществляется с помощью центральной ручки, а принудительное охлаждение увеличивает срок службы машины. Особенности газонокосилки. Защита двигателя от перегрузки. Большая маневренность. Легкий запуск. Высокая производительность и простота в обслуживании. Технические характеристики. Высота скашивания от 28 до 64 мм. Ширина скашивания 42 см. Объем травосборника 45 литров. Мощность двигателя 1800 Вт. Вес 15,8 кг. По вопросам приобретения обращайтесь в компанию «Электромотор». Контактный телефон в Киеве 5 300 38.